Гэта ўжо 40-вы арт-аб'ект на алеі ліхтароў у Брэсце. І кожная архітэктурная форма па вуліцы Гогаля непаўторная і з'яўляецца своеасаблівай візітнай карткай свайго прадпрыемства ці установы. Цяпер яна ёсць і ў супрацоўнікаў брэсцкай мытні. Стала хорошай традыцыяй в сентябрьскія дні праводзіць падобнага рода праздники. В прошлом году в одном из микрорайонов города Бреста появилась улица Мытная. Сейчас мы вместе с Рубилтоможсервис завершили проект, согласно которого на этой улице появился новый арт-объект. Этот арт-объект он будет хорошим подарком нашему городу от таможенных органов к тысячелетию города. У основе скульптурной композиции размещен ключ, который символизует мытный контроль, безопасность, силу и оборону экономических интересов страны. Сверху выява земного шара с перекрыжованием транспортных магистралей, которые проходят через Брест. Сегодня наш город, наша аллея фонарей пополнится еще одним, я считаю, очень важным экспонатом. И важность этому экспонату придает и та огромная роль, которую играют таможенные службы, брестские таможники в жизни города. Будзем спадзявацца, што чарговы арт-аб'ект ад брэсцкай мытні таксама прыйдзецца даспадобы жыхарам і гасцям горада, якія любяць гуляць па алеі ліхтароў па вуліцы Гогаля, фатаграфавацца і рабіць тут селфі. Юрый Петлур, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія Брэст.